стороны. Это общая куча. Мы получили сегодня, в такой прекрасный праздник, День Святого Николая, груз из Севастополя. С помощью военной полиции благодарим руководство, всех организаторов и ребят, которые нам помогают получить этот груз. 19 декабря две груженные доверху фуры привезли для Донецкой и Луганской народных республик гуманитарную помощь. Игрушки, одеяло, одежда, новая детская обувь, крупы, сладости, медикаменты, памперсы, детские смеси, чистящие, моющие, дезинфицирующие средства собрали и передали из города Севастополя все, кому не безразлична судьба жителей Донбасса. Немаловажное участие в доставке гуманитарного груза приняла 6-я комендатура военной полиции ДНР. Были небольшие трудности, связанные с пересечением границы, но это было решено, потому что мы понимаем, насколько официально все должно было проходить. Зарегистрировав этот конвой, мы беспрепятственно пересекли границу. Сама дорога трудностей не составила и препятствий как таковых не было. С нашей стороны был предоставлен транспорт, было предоставлено конвоирование этого транспорта и была предоставлена организация доставки, по доставке конкретным получателям, людям, которым это необходимо. Еще раз благодарим всем тех, кто принял участие в этом и помогает нам. Огромное спасибо. Переданный груз нашел своих адресатов. Две школы-интерната получили физическую помощь и частичку тепла из солнечного Крыма. Оксана Волчонок, Новороссия ТВ, Донецк.